Председатель областной оздоровительной комиссии Валентина Феофановна Вобликова вчера направила во все муниципальные образования телеграмму с поручением провести проверки еще раз на безопасные условия пребывания детей в оздоровительных лагерях, особое внимание уделить качественному и количественному составу педагогов, тем должностным инструкциям, которые у педагогов имеются. Проверки пройдут в штатном порядке. На режим работы учреждений это не повлияет. Ревизия коснется всего, что связано с безопасностью детей. Это не только педсостав и планы работы, но и питание. Мэр Иркутска Дмитрий Берников уже посетил лагерь «Эколог» и распорядился установить там систему видеонаблюдения. Особое внимание инспекторы также уделят лагерям с выходом на пляж. Их в Приангарии 15. Наличие в обязательном порядке медицинского работника, значит, в зоне для купания, наличие матросов-спасателей, наличие защитных каких-то сооружений, да, так скажем, для защиты от солнца детей. Ну и, соответственно, должны быть оборудованы несколько зон. В первую очередь, это зона для купания для тех детей, которые не умеют плавать. На территории области будут действовать лагеря разных типов. Всего в Приангарии откроют свои двери почти 1000 учреждений детского отдыха. За время школьных каникул их посетят свыше 100 тысяч детей. Выбирая отдых для своего ребенка, специалисты рекомендуют прежде всего узнать всю подробную информацию о курорте, о мерах безопасности и о квалификации персонала.